Добрый вечер, дорогие друзья. Мы всех рады здесь приветствовать, друзья. Давайте с вами поздороваемся. Скажите, кто пришел на 10-й юбилейный выпуск «Апельсина»? Поаплодируйте чуть-чуть. Опа, друзья, мы, оказывается, известны. Друзья, а кто пришел просто в Евразию, значит, вам повезло. Сегодня вы, помимо отличного ужина, вкуснейших суши в приготовлении этих чудесных ребят-поваров, получите прекрасное удовольствие наблюдать за мультиинструменталистом. Позиционирую себя маленько друг по-другому. Я не мультиинструменталист, я шоу-инструменталист. То есть я играю на разных инструментах, скачу, прыгаю, создаю эмоциональный... ну, кому-то дисбаланс, кому-то, наоборот, праздник. И пройдет конкурс репостов, и кто сделает больше всего репостов каким-то образом, чудом интернетовским каким-то там... Что происходит? Генератор случайных чисел, кого на одного выбирают, и вы получаете бесплатный ужин на двоих в этом замечательном, чудесном ресторане «Евразия». Мы рабов и рады людям творческим! Поделитесь с нами! Денис! Денис! И несмотря на то, что ты уже здесь был, тебя бы попросили очень сильно опять приехать. Как думаешь, почему? Ну, мне сложно судить, почему меня сюда пригласили. Наверное, опять хотят денег дать или отнять. Сегодня будет такая же программа, как в прошлый раз, или какая-то будет еще такая вот фишечка, которую мы не слышали? Я думаю, что программа будет та же самая. Но каждый раз я ее преподношу по-разному, потому что разные люди, разные эмоции, разное настроение, разный интерактив. Поэтому надеюсь, что сегодня также будет все весело. И это радость. Здесь очень приятные зрители, воспринимают очень радушно, хорошо. Куда я денусь? Тем более живешь ты рядышком здесь. Да, здесь в лесу неподалеку, у меня тут хуторочек, там копают. Кстати, если кто-то захочет навестить Дениса, вот здесь вот, где у нас Красный пруд, мостики знаменитые, которые смыло недавно нашим наводнением знаменитым. Вот там чуть пройтись, там 100 метров прямо, и потом немножко налево, там стоит хибарка Дениса. Я частенько к нему захожу, он там чаечек наливает. Мы с ним сидим, разговариваем, обсуждаем его дальнейшие творческие планы. Вот, собственно, и как бы дообсуждались. Девушка, можно в 10 словах описать свои впечатления от 10-го выпуска «Апельсина», от сегодняшнего вечера, от этой музыки? Замечательно, шикарно, великолепно, впечатляюще. Необычно, чудесно, прекрасно, ярко. Обалденно. Вообще нам очень нравится приходить в Евразию именно на концерты. Шикарно, спасибо, вы уложились 10 слов. Это здорово, великолепно. Я каждый раз восхищаюсь этими талантами. Где Сергей Ильич?
блин, находит их, я не знаю. Замечательный вечер, прям великолепный, очень позитивный ведущий, очень позитивный, как называется, человек, который выступает. Да, мультиинструменталист. Шикарно все, спасибо, 10 слов. Знаете, такая болтушка, можно я одним словом просто обойдусь? А все, вы уложились в 10. Давай одним. Лакшери. Происходят ли сейчас в твоей жизни какие-то интересные вещи? Ну, я имею в виду, кроме музыки. Ипотека. Ипотека, да. Спасибо, ребят. Ненавижу, когда я во время интервью ко мне подходит, селфи делает. Что это такое? Что за культура там? Не понимаю вообще. Это у вас в Ломоносове только такое может быть вообще? Ну как можно там вообще? Ну... Друзья, это был Денис Новожилов, второй раз в нашем проекте. Спасибо большое, что ты приехал, выступил. Мы тебя очень любим, уважаем. Всего тебе хорошего. Да. Денис Новожилов, спасибо! Он чисто за еду выступал, представляете, ребята, я вот не верю просто, что...